Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с полувековым юбилеем со дня основания руководителя Владимира Сокольцова и сотрудников предприятия «Кавказцемент». Предприятие входит в состав холдинга «ЦемРос» и на сегодняшний день является одним из крупных технологичных и современных промышленных предприятий Юга России, которое обеспечивает в регионе не только высокую занятость с достойным уровнем оплаты труда, но и является одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Продукция завода «Кавказцемент» используется при возведении социальных, спортивных, культурных объектов в стране, в том числе и на новых российских территориях. Рашид Тимрезов выразил благодарность всем сотрудникам и в честь юбилея завода вручил сотрудникам предприятия грамоты и благодарственные письма. Звание заслуженного работника промышленности Карачаево-Черкесии присвоил Виктору Варичеву, который работает в «Кавказцементе» со дня его основания. Он пример преемственности производственных традиций на заводе. На предприятии «Кавказцемент» работает замечательный коллектив. Здесь выросло не одно поколение тружеников, отметил глава. Предприятие сегодня является одним из самых крупных налогоплательщиков. То, что работает уже давно профессионально слаженный коллектив с достойной оплатой труда, на мой взгляд. Ну и, конечно же, участие и холдинга, и самого «Кавказцемента» и благотворительной деятельности, и в помощи, которую сегодня оказывает предприятие нашим ребятам, которые участвуют в специальной военной операции. Вот. Ну и, конечно же, ваше участие и помощь творческим, спортивным, культурным коллективам, участие в благоустройстве общественных территорий. Ну, много можно говорить, конечно, у вас. Поэтому, конечно же, хотелось бы вспомнить о тех людях, которые у истоков стояли нашего цемзавода. Это поздравить и ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили практически работе на цементном заводе. Ну и уверен, что на этом холдинг не будет останавливаться. Уверен, что вы еще и, наверное, пора какую-то и модернизацию делать, технологического комплекса всего. Поэтому уверен, что это все будет. Хочу пожелать вам успехов и дальнейшего развития.